В воскресенье 14 августа строители России отметят свой профессиональный праздник. Впервые День строителей в Советском Союзе официально отметили 12 августа 1956 года. Эта профессия окружена особым почетом, ведь прекрасные города и великие памятники архитектуры возводились их руками. Трудятся на строительных объектах в эти дни в окружной столице более 100 человек – каменщики, сварщики, штукатуры, маляры. В преддверии праздника наша съемочная группа пообщалась с представителями старейшей профессии. Кирпичик за кирпичиком и стена нового жилого пятиэтажного дома по улице Тыковылки благодаря ловким рукам Сергея Канева вырастает прямо на глазах. Мужчина на этом объекте работает с первого дня стройки. А сколько кирпичиков таких в день кладете? Ну, в зависимости от кладки. На перегородках там поменьше, на капитальных стенах побольше. До 2 поддонов бывает в день. Примерно где-то 1400 кирпичей. За 10 лет руками Сергея уложено более 2 миллионов кирпичей. Уроки правильной кладки мастер своего дела получил на базе Наринмарстроя. Там мы обучались. Приходили учениками каменщика, потом сдавали на разряды. Так и получали там все. А когда поняли, что это вот ваша работа именно? Не знаю. Так вроде понравилось. И нанимали вроде работы такой. Лучше, мне кажется, пока нету. Более 50 таких же увлеченных строителей, как Сергей Канев, в эти дни трудятся в компании «Наринмарстройинвест». А возраст какой средний работника? 30 лет примерно. От 25 до 40, нет, еще есть, да, 45 даже есть люди у нас работают. Есть мужчины в возрасте, которые всю жизнь отработали каменщиками и не жалуются, им нравится эта работа. Поздравили уже ребят, да? Конечно, всех. И меня тоже не успел прийти в первую очередь, сразу начали поздравлять. С этого начался у нас веселый, добрый день. С поздравлений начался день у строителей другого объекта – нового завода по производству стройматериалов на базе бывшего предприятия СМО. Там уже этой осенью будут выпускать расширенную линейку железобетонных изделий. Сварщик Юрий Карипанов с 8 часов уже на ногах. На работу, говорит мужчина, ходит как на праздник, ведь фейерверки у него каждый день. На его счету несколько тысяч сваренных труб, железных конструкций и различных деталей. До того, как освоить профессию сварщика, Юрий Алексеевич попробовал себя в нескольких специальностях. И токарем работал, и слесарем работал, и шофером был. Нормальная профессия, не хуже других. Поработал разными профессиями. Остановился на этой профессии Юрий Алексеевич не зря. Хороший сварщик сейчас на вес золота в промышленности, строительстве, быту. Не думали никогда сменить профессию? Не. И холодно, и всякое бывало на улице. Не. Когда получается экономить удовольствие, отработал, пошел. Вроде устал, но усталость-то приятная. Приятную усталость мужчина испытывает уже на протяжении 20 лет. Именно столько он работает сварщиком. Любовь к этой профессии, шутит Юрий Карипанов, как соединительный сварочный шов. Надежная и навсегда. Любовь Пермякова, Дмитрий Лукевич, Вадим Носкин, телеканал «Север».